Лоран. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я заходил к Калинам, но у них в доме пусто. Странно, что они не забрали тебя с собой. Разве ты не была их, ну, как бы, домашней зверушкой? Можно и так сказать. Часто Калины сюда приезжают. Соври. Да, конечно, постоянно. Убедительнее. Я им передам, что ты заходил. Вот только, наверное, не стоит говорить Эдварду. Уж очень он меня бережет. Но он ведь далеко, верно? Зачем ты пришел? Я оказываю услугу Виктории. Виктории? Она попросила проверить, по-прежнему ли ты находишься под защитой Калинов. Виктории кажется, что убить подругу Эдварда справедливо, ведь он убил ее друга. Око за око. Пригрози ему. Эдвард все узнает. И он тебя найдет. Я в этом сомневаюсь. Но если ты ему так дорога, почему он оставил тебя здесь одну, без защиты? Виктория будет недовольна, что я тебя убил. Но я ничего не могу поделать. Ты такая аппетитная. Умоляю, не надо. Ты же помог нам. Не бойся. Я сейчас делаю доброе дело. Виктория хочет убивать тебя медленно. Мучительно. А я все сделаю быстро. Обещаю. Даже не почувствуешь. Эдвард, я люблю тебя. Не может быть.